делаете. И понятно. Все равно, кроме вас, никто это не смотрит. Это смотреть. Смотрим, Миша, в затылок. Оля, молодец. Пока еще даже разговариваю. Ну, у вас же сегодня выходной день, работы не было ни у кого, поэтому вы в хорошей спортивной форме. Вы можете приехать домой и лечь, например. У нас, Оля, был выходной день, в тот момент, пока не прозвенел будильник. Паша, старайся, чтобы у тебя руки были прямые. Это дополнительная нагрузка на руки и на пресс. Но не останавливайся при этом. Все сломали. Команды стоп не было. Всю технику сломали. Тяжелая прогулка. Конечно, тяжелая. А кто говорил, что будет легко? А еще можно упражнение тренировать. Если с утра, то представить. Павел, больше вверх прыгайте, а не вперед. Больше. Наша задача вверх. Стой. А мячик можно чуть-чуть вперед поднять. Да. Вот так. На меня смотри, на, в глаза, в глаза. Паша, смотри в глаза. Тихо. Держись. Давай, Миша. Давай. Ну, что, она в один раз делает? Не-не-не, а она в два, в один, даже ты в три. Не зажмешь, тогда мне придется на шпагат. У нее 45 килограмм усилия в один раз, а ты в два ее сжал. 90 килограмм, нормально. Отлично, сильные молодец. Пары. А носочки? Так надо еще к этому так ноги развести. Что? Так-то просто чернуть ниже. Да. Вот так. Надо бы тапочки снять, что ли. Максимально разводим ноги, максимально. Вот так вот, да, чтобы было усилие. Миша, молодец! Супер! Оля, тебе не обязательно на одной ноге, а этот... Да! Молодец. Левая хуже. Нормально. Молодец. Молодцы.
Паш, вот так вот надо. Павел, молодец! Все в стойке. Да ничего страшного, Крит. Да, 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 да. Он вверх едет быстрее, как мы вниз. Да. Ну, интервалы дело. То, что я сегодня делал. Ага, да. Хорошо. Он, я говорю, он вверх едет быстрее, чем мы едем вниз. Сейчас супер просто. Так он мощь. Чемпион. А? Он мощь, а мы едем. Паша, внешняя слабая, внешняя слабая. Он начал работать. Ваша рука другая. Сейчас тебя не видела, видоискатель смотрела. Но мне казалось, что ты ехал медленнее, чем нужно. Еще два спуска и все, достаточно. Ну что, один же. Ну один, но. Ну, здесь тоже молодец. Сейчас я ему сказала быстро, что вы, он начал быстро работать. Я не буду подбирать! Мне больно!
Ага, вот. Ну. Солнце уходит, хотя бы видно что-то, видоискатель. Ну, назад уходить не надо. Ну, вот для того, чтобы не уходить. Что? По трассе? Нет, в велосипеде нет. Хотя почему нет, надо спросить. Но я думаю, что... Поехали. Ну, отлично.